кажется, она не имеет Ангел нежно.
Писание говорится, дочь постоянно забота отца, ну не только и матери. Почему? В девичестве как бы не отцвела, а в замужестве как бы не опротивила. Не говорится о сыне, а о дочери. Дочь постоянно забота отца. Не поняли, да? Что-то не догадались. Надо. В девичестве как бы не засиделась там она, не отцвела. То есть, замуж.
А в замужестве, как бы, говорит, мне протест, что, раз муж выгнал, куда, он опять к отцу придет, значит. Папа, я пришла к тебе, что, домой, у меня вот это что-то. Понимаете, как? Расскажу такой пример, это из нашей семейной жизни. Мама рассказывала, моя. Вот. Нас было 12, мать, 12 она нас родила, мама. Пришел отец с фронта, пришел он рано. Пришел уже в марте 42-го, он уже был дома, без левой руки по самое плечо и глухой. Вот. А они-то это все же солдатки были, женщины, все там дрова заготавливали там в лесу для себя. Ну и решили, назначили на какое время вывозить оттуда. А отец приехал, хотя он с одной рукой был, но отец он вообще, он сильный был у него, такой сила была. Он говорит, где в драке, он 2 раза не бил, 1 раз только. Шибал там, пьяный. Да. Она говорит, я завтра иду с бабами дрова возить. А он говорит, я развернулся, сейчас вот немножко еще, ну, отдохну под это, после госпиталя. 6 месяцев в госпитале только провалялся. Ему 3 раза рукой резали. У него кисть оторвало выше, выше, за гангрены, и потом по самое плечо подхватило. А мать не послушалась, а пошла женщина, и до вечера они там возили, сегодня там ей, завтра то это. Ну и все, а он рассердился. Она пришла когда домой, а он рассердился, зарублю там на ее там это. Она дверью хлоп и к отцу. А отец жил через землянку. Землянки жили, это деревня Трескина Карпов. Она прибегает, тятенька, меня так вот это тихо. И думаете, что отец сказал? Ах, доченька, да он такой изверг, да что ты доставайся. Он говорит, мою фуфайку на меня надел за дверь. Иди, убьет, похороним. И все. Выгнулась, говорит, молодца, не пеняй на отца. Но я, говорит, что, пришла домой, потихоньку дверь открываю. Смотрю, говорит, тихо на печке лежит. Ну я, говорит, потихоньку залезла, тихо, прости меня, Христа ради. Ну что, Бог простит. Вот и все. Вот так вот. Такое может быть. А то раз в дверь, а он такой, я это все, хлопает, и все. Если бы в то время они не помирились, меня бы уже не было. Я родился в 44-м году. Вот так. Игнатий, брат, на 5 лет старше меня. Еще. У нас 10 выросло. 2 мальчиков, а 10 мы готовы. Ну, 2 брата уже у нас 8 сейчас живут. 5 сестер и мы 3 брата живут. Вот такой может быть, поэтому никогда не надо. Да, что-то вон это, никогда не надо бежать кому-то, жаловаться, а я побегу там. К мамочке, мамочка меня пригреет, а мама если так, да конечно, не ходи, тут зачем он такой, тут все, конец семейной жизни кончилось. А это все может быть. Поэтому никогда не надо так быстро принимать решение. Много таких примеров есть, где быстрое решение приводили к трагедии, а ты вначале помолись, Господи, пошли мне на сердце, как мне поступить в этом деле. Вот тогда будет так. То есть причинить не советы никогда не надо пренебрегать советами. Предприятие состоится при множестве советов. Вы думаете, что такой у нас умный президент, что во всех делах, он и в хозяйстве, в сельском хозяйстве, там это в военном, в промышленном, во всех. Да нет, конечно. У него на каждое отделение там советников десятки. Советы, как что поступить. Не может он все это знать. Так и в любом месте. При множестве советов состоится предприятие, и успех в войне будет. Поэтому прежде чем это сделать, посоветуйся с опытными в житейской жизни, в духовной жизни, кто более посоветует, с духовником с вами посоветуйся, а как мне, батюшка, поступить вот в этом деле, вот так у нас получится, как, что мне сделать? Родителями посоветуй, со своими, значит, как сказать, со свекровкой, со свекром. Посоветуйся, как мне поступить. Никогда не надо поспешно принимать решение. Больше советов. Советы никогда не повредят. Ты можешь поступить, но выслушай советы. И Бог положит на сердце, как тебе поступить в этом случае. Вот так вот. Много лета. Не надо. Я просто сказал, да, я не говорю, даже пришло всем слово. Отца или мать зовет мама, тятя.
Тятя, мы тоже отца звали, что тятя нас звали. Мама, тятя. А когда, говорит, я вышла замуж, что свекровку и свекра зовешь мамонька и тятенька. Более, как бы сказать, уважительнее еще. Нежнее, да. Да. Тятенька, мамонька, говорит, так звать надо будет. Вот так вот. Поэтому сразу прыгни так, что для вас сегодня. Спойте, у тебя новая мать, новый отец появились. Алена. Сразу первого дня, значит, мама, папа, тятя. И как ты можешь называть? Ты как отца звала? Варит. Она, у нас папы нет, у нас дядя есть. Вот и все. Мужчинка маленькая.